Экономический рост и борьба с коррупцией являются приоритетными реформами 2018 года, заявляют чиновники. Масштабные инфраструктурные проекты в регионах, лучшие условия для ведения бизнеса в государстве, привлечение зарубежных инвестиций и реформа дерегуляции призваны способствовать развитию и модернизации украинской экономики. В 2018 году мы ставим задачу о росте экономики. И здесь очень важным стало то, что нам удалось принять бюджет страны на 2018 год. Там закладывается ряд стимулов, которые будут развивать национальную экономику. Поддерживать аграрный сектор, содействовать модернизации инфраструктуры, поддерживать энергоэффективность страны. Опять же, создание новых рабочих мест. Это те задачи, которые абсолютно реальны, но будут нуждаться в дальнейшей консолидации и принятии необходимых решений, в том числе и в украинском парламенте. Владимир Гройсман, премьер-министр Украины. Налоговая реформа в этом году остается одной из самых ожидаемых реформ в государстве. В основном инвесторов, работающих в Украине, налоговое законодательство как раз абсолютно устраивает. Проблема в администрировании налогов, в неправильном применении, говорит Оксана Маркарова. Поэтому больше усилий, в том числе и Министерства финансов, на протяжении последних двух лет было направлено на эффективное администрирование. Раньше почти каждая компания, каждый инвестор постоянно жаловались на проблемы с возмещением НДС. Після запровадження автоматичного системи відшкодування ПДВ, так є ще питання, які треба. После введения автоматической системы возмещения НДС есть еще вопросы, которые нужно доработать, критерии выверить. Однако этот вопрос ушел с повестки дня. Компании, наверное, впервые за многие годы абсолютно прозрачно получают возмещение НДС. И фактически один из крупнейших центров коррупции, который был, его нет. Он исчез. Его немає, він знищений. Настав той час, коли суспільству, людям, простим людям... Пришло то время, когда людям нужно показывать результат. Люди почувствуют результат, когда будет реальный экономический рост, когда будет рост доходов. То есть приоритетом номер один сейчас должна стать экономическая реформа. В 2018 году общество ожидает перевода реформы законодательной плоскости в практическую. Это прежде всего касается имплементации законов об образовании и медицине, которые являются достаточно сложными реформами и требуют значительного времени для их внедрения. Имплементации законов об электрической энергии, в результате которых должен лучше заработать фонд энергоэффективности. В вопросах антикоррупционной реформы ключевым направлением является создание антикоррупционного суда. Мы также активно выступаем за электронную верификацию деклараций государственных чиновников. Ведь известно, что деклараций еще с 2015 года подано более миллиона. Из них проверено 91. И если этот процесс и дальше будет происходить вручную, а не электронным образом, то у нас нет никаких шансов увидеть реальную картину и стать свидетелем, когда коррупционеры понесут ответственность за незаконное обогащение. Чрезвычайно важной как для украинцев, так и для правительства в 2018 году является земельная реформа. От этой реформы будет зависеть дальнейшая трансформация украинской экономики. Ведь сейчас наше государство является одним из немногих в мире, где до сих пор не работает рынок земли. Как известно, 7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Решение поддержали 236 народных депутатов. Прикро, что продолжили, але добре, что продолжили все лишь на один рік. Жаль, что мораторий продлен, но хорошо, что только на один год. Соответственно, в 2018 году мы вернемся к разговорам о моратории. Учитывая политический динамизм этого процесса, я не буду предрекать, как это произойдет. Но земельная реформа – важный элемент развития Украины для нас. Реформа государственного управления и в дальнейшем будет активно внедряться в Украине. От ее результативности напрямую зависит улучшение благосостояния граждан, качество ведения бизнеса в стране и уровень внутреннего валового продукта. Повышение способности министерств, превращение их в современные аналитико-управленческие центры, которые станут драйверами изменений и повысят эффективность деятельности правительства в целом, является ключевым направлением реформы. Досить насичений період, враховуючи, що це вже передвиборчий рік, і маємо там, ну, скажімо так. То есть такой довольно насыщенный период. Учитывая, что это уже предвыборный год, и большую часть года, я уверен, будем бороться за определенные реформаторские процессы, которые бы происходили в Верховной Раде и в правительстве. Но в то же время понимаем, что мы подходим к избирательному году. И в этот момент, как правило, происходит большая фокусировка на политику, чем на управлении изменениями. Ніж на управління змінами. Относительно реформы дерегуляции, то недавно Кабинет министров Украины принял 12 решений для бизнеса и отменил 340 нормативно-правовых актов. В результате упрощен порядок растаможивания товаров в морских и речных портах.
Отныне зарубежным судам разрешается заходить в порты Украины и разгружать товар через 24 часа после предоставления электронной информации о грузе. Это ускорит таможенные процедуры и уменьшит возможности для коррупции, говорят чиновники. Благодаря эффективному внедрению реформ в государстве в следующем году Украина рассчитывает подняться на несколько ступеней в рейтинге Doing Business 2018, который ежегодно составляет Всемирный банк.